Всем привет! Сегодня у нас будет обзор линейки черепов. Начнем именно с этого черепа с бастом. Почему именно баст? Потому что он и увеличивает атаку, и плюс он увеличивает жизни. И почему именно на черепе? Потому что на черепе стоит раскаленный доспех. В такой вот сборочке, благодаря таланту и умению черепа мы сможем получить, ну, не максимум, потому что с БВшкой был бы максимум, но, скажем так, топовый урон именно от раскаленного доспеха. Давайте так расскажу вкратце о черепе. Череп сам по себе герой очень офигенный, один из старых, который до сих пор применяется. Я, честно говоря, его применяю только на пару локациях. Для меня он свою актуальность, ну, потерял, потому что у него уже снимают его умение, можно снять, и ограничения урона, которые по нему проходят, не будут срабатывать. Чем он отличается от других героев? У него увеличение атаки 800%, и получаемый урон во время зарабатывания всего лишь 3000 за удар. Также он имеет встроенную оживу 8 с 8, то есть он воскресает полностью жизнью всей. Рунами у нас будет стоять ремочка, чтобы он сразу включался. В топоре будет стоять, в снаряге. Что ему можно ставить? Для черепа очень многие таланты подходят. Вот победный выпад еще плюс 25% атаки будет. Будет просто крошить. Можно ставить вот эти все талантики. Если у вас будет ремочка, они будут срабатывать и наносить сразу же офигенный урон. Тут 240% атаки, тут вообще 280, но это первое. А вот на пятерочках 600, 560, то есть там он будет дамажить, дай боже. Можно ставить и передачу энергии. Также можно ставить необузданную ярость, будет быстрее бить, плюс будет еще станет. Ну, для меня, допустим, самый топовый это доспех, который будет наносить еще дополнительную атаку ауры. Ну, побежали, потестируем. Вот такая вот расстановочка есть. Смотрите, что сейчас будет с забором. Да, нас там станет, но забор просто пропадает. Ангел, конечно, ему не самый подходящий вариант. Сейчас мы поменяем его на слоника. Ну, надеюсь, у нас тут... А, у нас там еще одержимый против. Ну-ка так, заблочим. Смотрим. Ну что, ты включишься или нет? Вот он своим доспехом. Там по 200 тысяч, по 300 тысяч вылетает урон. Ну, почти, почти. Ладно. Ну, все-таки посливал. Но это немножко не то. Сейчас мы сделаем так, чтобы он по нему стан не так часто проходил. Поставим ему слоника. Вот, пробуем. Блин, эти стрелки меня начинают уже в рейдах раздражать. Видели, да? 480 тысяч прилетело у нас от ауры сразу вражескому черепу. У нас тут, конечно, стан, мы тут ничего не можем сделать. Им офигенно ломать забор. Офигенно он будет справляться в забытой битве. Так, попробуем тут что-то выманить. У стрелка нет, это хорошо. Вот смотрим. Видели, да? Я думаю, вы это все видели. Вражеский Анубис, он просто пропал, исчез, скажем так.
У нас без отхила тут ушатали просто. Ну, смотрите. Если у него будет дополнительный отхил, сейчас мы это сделаем. Вот такая вот расстановочка есть, побежали. Смотрите на капитана Дрейка, 400 тысяч капитана Дрейка просто нет. 48 тысяч обычный удар. Ронин. Ну. Ну, не дадут им тут кучно. Видите, все бьют. Ну, смотрите. Вот вам явный пример того, кому можно ставить огненный доспех. Он просто расшатал полностью всех. Вот почему есть смысл ему ставить бастион именно в такой сборке. Ну, в принципе, он тут всю базу уже пройдет сам. Плюс, даже если по нему там будет срабатывать стан, доспех будет вокруг все убивать, то есть это будет менее проблемно там. Если у вас будут станищие башни и будут бить сильно, то в такой сборке будет проще быстрее все разрушить. Так. По талантикам давайте расскажу, что ему подходит. Подходит Бог войны, подходит в такую именно сборку. Также самый топовый — это скоркой на битву гильдии на PvP локации, так как если он включится, там просто никто не зарядится, его будет очень сложно убить. Это при условии, что с него не снимут опять же щит. А сейчас есть некросы, которые просто его снимают. Также раньше, когда-то качали стойкость, но стойкость уже ему не подойдет. Можно прокачать с разбросом, можно прокачать с утеканием, можно прокачать с ожогом. Я его прокачал, мы его тоже будем тестировать. Так, также можно прокачать со смертельным ударом. Я его не докачиваю, пока надобности нет. Ну, такой именно сборки тоже будет ваншотить героев, но больше его использовать можно на арене. А вот такой вот будет более универсальный. Где использовать? Использовать можно во всех локациях, если у вас тем более есть нехватка героев. Этот герой будет везде себя хорошо показывать, в PvP локациях, в забытой. Да, где вы бы его не использовали, он всегда будет универсальный, всегда поможет. Давайте посмотрим на урон в королевской битве и пойдем еще по демочках потестируем. Ну, сейчас увидите, как будут просто пропадать. Вот доспех. Хоть он бьет по одной цели, зато за счет своего умения и доспеха просто убивает. 216 тысяч, критом 500 000, 500 тысяч от одного доспеха. Это раз в секунду. Какие бы там ни были у вас герои прокачаны, если сработает доспех во время срабатывания скилла, никто не устоит. То есть он шатает все без проблем. Еще и торговцы получили вот так вот. Так, ну давайте еще разок в рейде попытаемся найти какую-то расстановочку, чтобы там было. Так, ну тут раз у нас есть стрелок. Да. Ну давайте тут попробуем. Вот есть хранитель. 364 тысячи. 145. Все, хранителя нет.
Осталась только его тень. Смотрим дальше. Против стрелка. Ну, стрелка ушатал. Давайте кинем ворожая, чтобы дополнительно его подхиливал. Потому что его без подхила. Ну, смотрим дальше. Видите, все-таки против некроса он не может устоять, но зато вы видели, как он свободно разбирается с героями всеми. Давайте еще кого-то поищем и посмотрим. Так, ну давайте, вот еще есть один вражеский череп. Череп на череп. Вот вражеский череп пропал за 2 секунды. А все из-за того, что сработал доспех. Даже мы там стояли в стане, мы не могли бить. Но мы просто ушатали. Смотрим на Ронина. Но Ронин никак не появится. Вот сейчас ворожая просто на изи убрал. Вот Ронин попал под доспех. Сразу минус. Ой, интересно было бы сейчас против Рино посмотреть. Рино пропал. Вот так, ребята, вот вам один герой, который может практически всех ушатать. Хранитель минус 700 тысяч. Как вам такой прикол? Сейчас Афина может убить, если спадет доспех. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну-ну-ну-ну-ну. Вот так. Просто на изи. Разобрал полностью всю базу. Сто процентов. Вот против таких вот героев. Соло. Ну, я считаю, это очень круто. В принципе, все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк под этим видосом. Герой очень реально крутой. Герой старенький, но еще им можно потрешивать неплохо. Все, всем пока.